сказка – это практически маленькая модель мира, понятная детям. С помощью сказок ребенок учится отличать плохое от хорошего, примеряя на себя роль любимого героя. Все сказки выдуманы людьми, но каждая из них несет свою поучительную историю. И открывая книгу, ребенок открывает для себя целый мир. Несколько недель назад в программе «Надежда на чудо» мы поделились идеей создать небольшую библиотеку в стенах онкогематологического отделения. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на следующий день в редакцию стали приходить люди, приносящие с собой целые связки книг. К проекту активно подключились местные средства массовой информации. Отдельная благодарность всему коллективу информационного агентства «Амител», который не только помог рассказать барнаульцам о проходящей акции, но и активно участвовал в сборе книг. Компания «Амител» объявила такой клич неделю назад, чтобы барнаульцы приносили нам свои книги. Ну, собственно, я наблюдал это целую неделю. Люди шли. Это были обычно люди между 30 и 40, такие женщины, мужчин поровну, приносили, оставляли книги, ничего не говорили, но, в общем, видно, что это им, у них на лице тепло было написано. Отдать любимую книгу со своей полки – это поступок, на который не так-то просто решиться. Егор Рябаш, ученик 10 класса, узнав о проходящей акции, решил передать любимые, не раз прочитанные книги в руки тех, перед кем еще только открывается мир сказок. Взаимопомощь стала главной идеей акции, и те, у кого не было возможности самостоятельно привезти книги в редакцию, могли рассчитывать на бескорыстную помощь обычной жительницы Барнаула – Оксаны Васильевой. Мне несложно куда-то заехать, забежать, взять книги. Не у каждого есть вот эти детские, возможность передать эти детские книжки. Этим ребятишкам такая какая-то не под силу каждому взрослому, такая проблема, такая боль на плечи упала. И поэтому вот эта вот бесценная радость, пусть она даже минутная будет, когда они увидят вот эту кучу подарков, кучу новых каких-то там эмоций положительных. Пусть вот этот блеск почаще в их глазах будет. Теперь предстоит работа – перебрать и записать все собранные книги. А как только снимут карантин в детском онкогематологическом отделении, отправиться к ребятам и подарить им сказку, веру в то, что они не одиноки. Сделали доброе дело. А раз они сделали доброе дело, значит, в душе у них покой и улыбка на лице, потому что он принес тепло в детские сердца. Поэтому мы говорим спасибо от нашего телепроекта «Надежда на чудо». В данный момент идет активная подготовка к ежегодному благотворительному концерту, который состоится 13 марта на сцене Дворца культуры города Барнаула. Все собранные средства будут переданы в помощь детям с онкогематологическими заболеваниями. К участию приглашаются профессиональные творческие коллективы. Подать заявку, а также узнать подробности о мероприятии можно у режиссера Натальи Князевой по телефону 8 906 946 51 17. Люди, когда приходят, нужно как-то их удивлять, нужно сделать все, чтобы им было интересно. Ну и, конечно, по большому счету мы это все делаем, чтобы донести до большой массы людей, до всех людей в городе, что есть такие детки, что они нуждаются в денежных средствах в первую очередь. Если вы неравнодушны к судьбе ребят из онкогематологии, обратите внимание на копилки с логотипом «Надежда на чудо», которая установлена во всех магазинах «Новекс». Также можно отправить 50 рублей с помощью СМС со словом «Надежда» на короткий номер 7878. Любые подарки и книги приносите в редакцию по адресу Короленко, 63. Добро измеряется в детских улыбках. Давайте вместе сделаем мир добрее.